Сочи парк украсят тысячи разноцветных огней. На территории установят тематические фотозоны. На входе взрослых и детей будут встречать Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Вместе с ними можно посетить волшебную фабрику, загадать там желание и получить официальный диплом помощника Деда Мороза. Остальные герои тоже подготовили свою программу с конкурсами и сюрпризами. Например, Баба-Яга пригласит в избушку на курьих ножках оценить елку, установленную вверх ногами. Кроме того, в дни новогодних каникул традиционно продолжаются представления в дельфинарии и шоу мыльных пузырей. 31 декабря Сочи парк будет работать в две смены. Дневная с 11 до 16, ночная с 20:00 до 3 часов ночи. Гости парка смогут прокатиться на всех аттракционах, встретить Новый год на центральной площади и послушать традиционную речь президента, которая будет транслироваться на большом экране. А после фейерверк, веселые конкурсы с призами, бармен-шоу и живая музыка.